Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть в Террарию, и в прошлой серии, нет, это не на серию было, но я выбил себе прицел, потому у нас вчера и не было серии, потому что я его долго-долго выбивал. Так, и скрафтим себе снайперский прицел, да? И давайте возьмем еще у меня... Всего 7 золотых монеток. Ладно, попробуем его зачаровать хотя бы один раз. Надеюсь, мне хватит монеток. А то скорость передвижения... А, хватит, конечно, хватит. 11 золота надо. Фу, откуда у меня 11 золота? А поскольку можно продать лайффрукт? Где он? И сердечко. Давайте посмотрим. Ой, не трать пули. 2 золота. 1,5. 10. Можно продать еще 2 сердечка. У нас и таких полным-полно. Ну что ж, попробуем. А ну-ка, зачаруй мне. Давайте что-то нормальное, что-то нормальное, что-то нормальное. А, скорости. Был один скорости, теперь 3 скорости. Ну ладно. Хотя быстрое движение мне надо. Против Реброна. Квикстак. Так. Пойдем установим вот это сердечко на нашей, на нашей, на нашей Эй. На нашей арене, хотя это нельзя назвать нормальной ареной. Так, окей. Побежали. Пока у нас ночь как раз, мы все сделаем и наступит день. И будет зато видно, как мы с ним деремся. А есть интересно, это же на стрелы. Урон добавляет, а на пули? Мне бы на пули. Звездочка, звездочка, звездочка. Много звездочек. Spawn point set, отлично. Только, зачем я здесь поставил spawn point, если у нас всего одна призывалка и всего одна эта штуковина. То есть, если он меня убьет, то мне уже тут нечего делать. Мне придется еще раз идти и добывать призывалку, точнее червя и эликсиры. Звездочка. Где я часть... Вот, тут я умер. Где я чаще всего пробегаю, чтобы лечиться? Я думаю, где-то здесь, не? Значит, поставим тут сердечко. И вот эту штуковину. Да что ж тебе надо, уйди. Уйди, уйди, уйди. Вот так вот. Работает. Работает. Так, мобы, отстаньте. Я тут занят вообще-то. Ну что ж. Готовы? Я готов. Почти готов. Ладно. Понеслась. Где он там? Вау. Wow.
Вау! Пипец! Проблемка началась. У нас небольшая. Блин, я не успеваю. Как он такой быстрый? Вау. То есть, если я по нему не стреляю, то, возможно, он по мне тоже не будет, да? Или невозможно? Блин. Воу. Что мне с ним, ё-моё, делать? Что ж, ребят, второй раунд. Я заменил у себя обсидиановый щит вот на эту штуковину, которую скрафтил из философского камня и кольца регенерации. Так, ребрончик, иди сюда. Также в прошлый раз я забыл... Воу-воу-воу-воу. Врубить, точнее. Да ё-моё, что он меня догоняет-то? Как? Так, как видите, сейчас у меня зелье восстанавливается, зелье жизни, которое я выпиваю, восстанавливается за 40 секунд, а не за 60. Это дает небольшое преимущество. Так, мне надо выпить эликсир, а то я забуду их выпить снова. У меня всего 3 эликсира и рыбная похлебка, которая увеличивает все статы. Один эликсир зачем-то для арбалета. В общем, он просто был у меня в инвентаре. Эликсир на защиту и эликсир на скорость передвижения. А то, как видите, этот реброн очень быстрый. Так, бульбашки, бульбашки уничтожаем. Офигеть. Чё ж ты такой быстрый? Так, выпьем эликсир. Не будем жалеть. Так, 30 секунд. Воу-воу-воу-воу. Акула, what the fuck? Ой-ой-ой, он превратился за мной. Все, у меня проблемы. Начались. Так, в ближайшее время мне нельзя подходить. Вау. В общем, к этой штуковине, которая восстанавливает жизни. Сердечко. Вау, вот это акул. Так, у нас осталось 2 секунды. Так, я по нему хотя бы... Так, надо уйти как-то от этих акул. Меня спас мой... Это... Как оно уже называется? Вот сейчас я, да, протупил, конечно. Нет! Давай, давай, пират, живи. Не забываем ставить хэштег пират живи, потому что мне это очень сильно помогает. Давай. Сколько у него? Сколько? 6000. 6 гребаных тысяч жизней. О-о-о-о. Где он? Только не скажите мне, что я сейчас умру. Вау! Победа, 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 ребят! Чё с него выпало? Чё с него выпала книжка? А, блин, долбаная книжка для мага. Лучше бы мне крылья выпали. И маска Реброна, так, которая что-то не наделась. А ну, наденься.
Какая она смешная, когда она красная. А на самом деле она вот такая. Фу. Нет, мне она не нравится. В общем, выпала мне вот такая вот штуковина. Блин, не так уж легко-то его убить, на самом деле. Я пипец сколько напарился с ним, как видите. Но знаете, что было бы лучше? Если бы мы сделали дорожку в воздухе прямую, по которой мы сможем бегать, то мы его легче будем убивать. Так. Что ж, и также вот этот обсидиановый щит, это довольно полезное против Реброна получилось. Восстанавливает нам жизнью на 20 секунд. Ну, быстрее мы можем пить эликсиры, это очень помогает. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Пират. Не знаю, конец ли это сезона. Если у меня будет желание, я запишу еще какие-нибудь видео. На этом все. Всем пока.